Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт и сегодня за меня будет говорить Siri, поэтому вы проведете эту минуту, возможно, две с ней. Поэтому вызываем Siri и слушаем. Привет, Siri! Я здесь. Всем hello. Сегодня я буду говорить за канал а Apple Expert. Спросите почему? Потому что мне скучно. Хочу поговорить с вами о iPhone, Apple и других интересных новостях. Так вот, на носу Новый год. И мы ждем новое обновление iOS 13.4, которое будет доступно уже в бета-тестировании перед Новым годом. Что будет нового в iOS 13.4? Топ-5 фишек, которые известны. Первая фишка это долгожданный свайп для русской клавиатуры. Вторая фишка – новый режим редактирования фото-видео. Третья фишка – возможность ставить музыку на звонок через Apple Music, без редактирования сторонними программами. Четвертая фишка Приглушение вызова. Но ну такой миниатюрный виджет вверху экрана, когда смотрим видео или пишем текст, читаем смс. Пятая фишка. Режим Deep Fusion для всех устройств, поддерживаемых iOS 13. Вот и все эти нововведения, которые нас ждут в iOS 13.4. Не забываем подписываться на этого засранца. Ставим лайк. Прожимаем колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если вам понравилось, со мной. Напишите обо мне этому парнише. Под видео, чтобы он знал. Всем хороших выходов. Люблю, и целую. И если тебе понравилось общаться с Сири, то и слушать ее. Оставляю ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Если же нет, я продолжу писать отдельно, от себя что-то говорить. Или же введем такую рубрику, иногда будем вести какие-то новостные категории или еще что-то. Напишите Ваше предложение в комментариях. Мне тоже это очень интересно. Давайте поучаствуем все вместе и будем как-то продвигать, развивать канал, как бы делать более обширную версию обзора. Поэтому как-то так. Всем пока.